7 октября изменяется как колонная частота частичной ретрансляции Всемирной радиосети. Слушайте нас в странах Восточной Европы с 16 до 17, а по субботам до 18 часов по всемирному времени на частоте 11 785 кГц. Всемирное время 16 часов. Эфир Всемирной радиосети продолжает передачи NHK World Radio Japan. Минут по всемирному времени на частоте 17560 кГц, 5 часов 40 минут на частоте 17820 кГц.